Шаг за шагом продолжаем реализацию губернского проекта по созданию на территории нашего региона на крупнейших трассах, крупнейших транспортных артериях нашей области современных многофункциональных дорожных таких комплексов по обслуживанию нашего автотранспорта. Это уже четвертый объект мы сегодня открыли подобного рода в нашем регионе. Предыдущие объекты у нас реализованы в Грязовецком районе, в Сокольском и в Вашкинском районе. Там мы также создавали крупные дорожные такие центры сервиса для автотранспорта. И вот сегодня в Чекдочинском районе также мы открыли крупный комплекс по обслуживанию автотранспорта. И это и сервис для самих автомобилей, и для пассажиров, автолюбителей, и отдых, и питание, и различного рода автоуслуги. Все здесь можно в одном месте получить на самом высоком уровне, на самом современном оборудовании с высочайшим качеством. Наверное, поговорку о том, что встречают по одежке, да, и, наверное, гостей или хозяев, наоборот, встречают по воротам. Эти наши ворота со стороны Санкт-Петербурга, Ленинградской области, автодорога Вологда-Новая Ладога начинаются с Чекдочинского муниципального района, и гости нашей области, туристы, транзитный транспорт, въезжая в Вологодскую область, мы будем встречать их современным объектом, который сейчас за моей спиной, с высочайшим качеством оказывая услуги придорожного сервиса. Проект был достаточно сложный, вообще такого рода объекты, они достаточно сложны с точки зрения законодательства. Большое количество согласований, связанных с отводом транспорта, с автомагистрали, это и съезды, выезды, полосы разгона, это природоохранное законодательство, земельное законодательство для того, чтобы участок мог быть сформирован, проектирование сложных объектов, и объект сам достаточно сложный. Целый консорциум инвесторов собрался для того, чтобы вот на этом земельном участке сделать суперсовременный объект придорожного сервиса, и у нас это получается. Первый этап мы завершили, около 100 миллионов рублей мы уже инвестировали в этот земельный участок и сделали вот эти объекты. Следующий этап мы приступаем в дальнейшем. Около 50 рабочих мест уже сегодня мы создали для поселка Сазонова. И это тоже очень важно для муниципального района событие, потому что с рабочими местами в муниципальных образованиях не так хорошо, как в крупных городах. Но в целом очень хороший такой синергетический эффект. Хотел бы отдельно сказать спасибо корпорации развития Вологодской области, которая выступила таким соединяющим звеном для всех участников проекта и вела этот проект в течение практически 2 лет до его реализации. Проект хороший, интересный. Всем огромное спасибо. Уверен, что он будет работать на благо Вологодской области. Если раньше это были просто бензоколонки, да, то сегодня практически все автозаправочные станции – это комплексы, на которых оказываются услуги как для транспорта, так и для пассажиров. Вот. Но этот формат самый современный. Конечно, будем его развивать. Четвертый комплекс построен. Очень надеемся, что вместе с федеральным агентством мы определим еще точки на наших крупнейших трассах. И таких объектов будет на территории нашего региона больше. Но в целом мы крупнейшие въезды на территорию Вологодской области как бы охватили этим проектом. Теперь все, кто въезжает в Вологодскую область, получают услуги совершенно там современного уровня. И Вологодская область не единожды уже признана регионом, в которых реализованы лучшие комплексы придорожного сервиса. Они побеждали на конкурсах всероссийских. Я думаю, что этот комплекс тоже будет признан в лучшей стране. Поэтому в целом надеюсь, что еще будут реализовываться и в дальнейшем. План у нас есть.